первый. А там... Теодор рядом все равно. Там даже без разницы. Там еще... Если припарковаться негде, то вообще... Знакомый заканчивал еще до войны. Сначала был главным инженером пожарки, да даже до Колоси. Он до войны перевелся в станицу. Это все время в станице был там главным инспектором Станично-Луганского района. Мне многие типа говорили, что это такая очень хорошая, прибыльная профессия. Типа можно зарабатывать другими путями, помимо зарплаты. Ну да, понятно. Да, но у меня там друзья работают, но они работают именно пожарными. Но они вот 1-3, зарплата 28. Типа были моменты, когда они работали один через один, типа говорят, ну на самом деле, ну даже сейчас это как-то маловато. А вот у моего там одного друга, у него семья уже, там ребенок скоро. Да, ну куда там эти 28, ни о чем. Да, да. Ну типа, говорит, там надо где-то подрабатывать, надо где-то, и вообще никак не двигается. У самого машина есть, ну можно в принципе даже таксовать, он вообще ничего не делает. Да вот на Гайлон тоже знакомый таксует, но он уже на пенсии МЧС. Но у него плюс еще пенсия нормальная за боевые. Там если во время войны 14-15 во время боевых действий принимал участие в тушении пожаров, там начисляется, что это боевые. Да нормально, что уже 2 года раньше таксовал на Ланосе. Угу. Сейчас Ford Focus 3. Нормально. И такой в хорошем состоянии. И тоже под черным флагом. Я-то он от фирмы, блин, да, от 3 фирм. Угу. А он под черным флагом нормально все чувствует. А под черным флагом это как, типа сам? Да. Сам на себя, не ждет заказов, так сутки берет и пойдет. На швабе стоит. Чтобы так работать, это надо кого-то, чтобы знакомых, значит, где-то пустили на такое место, где эти руки есть. Ну да.